Приветствую, друзья мои, с вами на связи Александр, автор проекта guitarplus.ru. И это видео короткое я записываю прямо с экрана для того, чтобы отметить очередную веху в развитии нашего с вами проекта. Но, во-первых, хочу всем вам сказать огромное спасибо за то, что вы со мной, за то, что смотрите мои видео, ставите лайки и дизлайки, пишите комментарии, отправляете мне письма на электронную почту, в которых задаете различные вопросы, оставляете рекомендации и так далее и тому подобное. Огромное спасибо вам за вашу активность. Ну а теперь относительно вехи в нашем проекте. Мы с вами преодолеваем планку в 400 опубликованных видео на канале на YouTube. Данное видео будет 401-м. Я бы не сказал, что оно носит определенную информационную или информативную нагрузку, но посчитал важным отметить этот момент, что мы с вами размениваем пятую сотню. Каким образом можно посмотреть все эти видео, которые находятся в открытом доступе? Просто кликнув по моему имени, вы попадаете на канал на YouTube. Если не подписаны, обязательно еще подписывайтесь. Кликайте по слову «видео». И здесь можно или за бегунок этот тянуть и смотреть, какие видео опубликованы, или просто скроллить, то, что называется, колесиком мышки крутить. Думаю, что гитаристы и начинающие, и те, кто находится уже на достаточно серьезном этапе освоения инструмента, найдут для себя множество полезной информации. И простые ролики есть, те, которые очень многим нравятся, есть ролики, которые не всем нравятся, предназначены для узкой категории, но в любом случае множество полезной информации, и найдете обязательно для себя что-то интересное и полезное. Спасибо вам еще раз огромное за то, что вы со мной. И, кстати, хочу отметить еще такой нюанс. Как вы понимаете, что музыка — это лишь одна из сфер нашей жизни. У кого-то это гитара, у кого-то это флейта, любимый инструмент, например. Но помимо данной сферы есть еще множество других сфер нашей жизни. И у меня появилась мысль о том, чтобы создать новый проект на просторах интернета. Возможно, вначале он будет базироваться на платформе YouTube. То есть это будет отдельный канал, в котором я планирую говорить с вами на различные темы, которые, возможно, изредка косвенно будут касаться музыки. На самом деле хочется говорить о других сторонах жизни, практических сторонах, например, таких как построение отношений, заработок денег, семья, воспитание детей, построение бизнеса в интернете, какие-то другие моменты можем обсуждать, связанные с жизненными ценностями, приоритетами и так далее и тому подобное. Он будет в формате блога или видеоблога, влога, можно так сказать. Что вы думаете по этому поводу? Интересно ли вам будет общаться со мной вот таким виртуальным образом в интернете? И если у вас есть какие-то мысли, обязательно в этом видео, под этим видео, оставьте комментарии. И мы с вами уже будем не только встречаться в видео, посвященных гитаре и музыке, но и видео, которые относятся к различным другим сферам жизни. Интересно очень знать ваше мнение, что вы по этому поводу думаете. На этом хочу с вами попрощаться, сказать вам огромное спасибо за внимание. Всего доброго и до новых встреч. Пока-пока.